День космонавтики уже второй год для меня очень символичным. В моей школе в этот день открылось первичное отделение. И, кстати, сегодня его день рождения. Нам поступило предложение приехать сюда, принять участие в таком грандиозном мероприятии. Оно очень масштабное. Космос для меня это что-то очень необычное. Столько неизведанных планет, еще может быть астероиды, метеориты. Мне это все очень нравится. Конечно же, это атмосфера, хорошее настроение, опять же, зарядка, флешмобы – это активная деятельность, которая, так сказать, приобщает их к здоровому образу жизни. Ну и опять же, это патриотичность, ведь знать о героях своей страны, да, о людях, свершивших такие полеты, да, достигших больших результатов, о нашем родном регионе. Конечно, это все позволяет приобщить их в таком интерактивном, интересном формате и ознакомить их с этим.